7 ноября в Самарской области официально становится Днем памяти парада в городе Куйбышеве 1941 года. Решением Оргкомитета в этом году памятный парад пройдет под знаком 70-летия Великой Победы и будет посвящен героям Отечества. Участники парадного прохождения разделятся на три состава. Первый будет историческим, это парадные расчеты, одеты в форму Великой Отечественной войны. Вторым пройдет геройский полк. Школьники, студенты и сотрудники заводов пронесут портреты героев. Третья часть – это военные, парады расчетов действующих военнослужащих, силовых структур, воспитанников кадетских корпусов. Всего по площади Куйбышева пройдут порядка 5000 человек. Подготовлены также показы военной техники, авиационные шоу и сценарий реконструкции битвы за Москву. В этом году, как полагают в оргкомитете, парад соберет рекордное число зрителей, поскольку 7 ноября выпадает на субботу, нерабочий день. По окончании парада на площади Куйбышева состоится концерт. Будет работать выставка военной техники, полевая кухня и фотовыставка. А в театре оперы и балета пройдет моноспектакль Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки». Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.